Вновь я приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Вот, дорогие друзья, вновь у нас стрим, который будет, ну, в общем, как всегда, посвящен событиям недавнего прошлого. Конечно же, моему освещению этих событий, которые основаны на методиках хавистийской астрологии. Не зря же я все-таки ее, по сути, восстанавливал из руин на протяжении многих-многих лет, практически 70-х годов прошлого столетия. Прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на то, что совсем недавно, а именно 18 сентября, наблюдалось лунное затмение. Хотя оно было частичным, но, в общем, практически заложило программу, причем фатальную программу серьезных испытаний на минимум месяц, а то и полгода до того, как следующее лунное затмение будет наблюдаться у нас на Земле. Итак, 18 сентября было это затмение. Рано утром по московскому времени уже был у меня выпущен ролик, посвященный этому затмению. Посмотрите его на YouTube-канале Института Павла Глобы. Большое, кстати, спасибо, дорогие друзья, что вы откликаетесь постоянно на мои ролики, задаете вопросы многие, из которых они действительно являются вполне такими логичными, очень даже своевременными. И будем мы их обсуждать. Я постараюсь ответить на некоторые из них. Благодарю вас также за помощь и поддержку, дорогие друзья. Итак, затмение заложило очень серьезную и фатальную программу. Многие люди во время лунных затмений ощущают себя крайне негативно с точки зрения здоровья. У некоторых обостряются хронические заболевания, увеличивается количество аварий, катастроф, всевозможных, в том числе рукотворных. И как раз вот мы за последние дни это в большой степени наблюдали. Ну, прежде всего, мне хотелось бы вот о чем рассказать. Это о том, что как раз именно в затмение, в ночь на 18 сентября, вооруженные силы Украины при помощи беспилотников нанесли удар по одному из городов Российской Федерации, Тверской области, город Торопец. Это очень древний город, он младший современник Москвы, был основан, или, по крайней мере, упомянут в летописях 1074 года, то есть практически ему сейчас исполнилось 950 лет в этом году. Вот, и прямо во время затмения это произошло, вот эта атака. К сожалению, гороскоп этого славного города, от которого, кстати, мало что сохранилось из древности, из древних его построек, я не могу вам привести, почему? Потому что он неизвестен. Даже неизвестна точная дата его упоминания в летописях. Но если это произошло во время затмения, то, значит, заложили программу, которая может постоянно повторяться. Это всерьез надолго, как я говорю, затмение. Причем затмение Луны. Для Российской Федерации нынешний год является очень критическим. И события, которые могут произойти здесь, на нашей территории, могут иметь очень серьезные долгоиграющие последствия. Вот если связать как раз эту атаку беспилотников с гороскопом Российской Федерации, то можно увидеть следующую картину. Ну, прежде всего, конечно, уже были сообщения в средствах массовой информации о том, что, возможно, вот этот вот удар был связан с масштабными учениями НАТО в Латвии, которые находятся неподалеку от этого славного древнего российского города. Может быть, это и так, пускай в этом разбираются те, которым это поручено. Кстати, находится это на западе Валдайской возвышенности, на Валдае. Там очень древнее место, упомянутое еще в самых доисторических таких источниках. Там истоки нескольких рек, в том числе Волги и Днепра рядом находятся. Поэтому и проводятся там сейчас различные конференции, в том числе на самом высоком уровне у нас в России. Так что это не просто так, это не просто удар, а попытка ударить в такое вот сакральное место. Ну, к сожалению, это может иметь очень серьезные последствия, если, конечно, не будут приняты меры безопасности. Если посмотреть этот гороскоп на время этой атаки, то там можно увидеть очень серьезную картину, конечно, кроме затмения. Короче говоря, к сожалению, это может еще неоднократно проявиться, хотя слава богу, что здесь нет большого креста в гороскопе Российской Федерации, что, в общем-то, дает надежду на то, что все это можно и предотвратить. По крайней мере, таких очень серьезных и разрушительных последствий вряд ли предвидится. Обращаю ваше внимание, что все это может повторяться, различные удары в самые слабые точки, в том числе по Российской Федерации нанесенные. Это около 3 октября, сразу после затмения Солнца, которое будет более важное для нашей страны, чем затмение Луны. А также 18 октября, 4 ноября, 16 тоже ноября, 24 ноября, 2-3 декабря нынешнего года. И следующее, вот еще хотел бы отметить, около 5 января, с 5 по 10 января 2025 года. Поживем, увидим, дай бог, чтобы все это можно было предотвратить или хотя бы снизить градус катастрофичности. Я таким образом обращаюсь к тем службам, которые обязаны предотвращать данные события. В общем, в этом заключается задача астролога авестийской системы, настоящего астролога. Следующее, о чем мне хотелось вам рассказать, дорогие друзья, это о том, что произошло как раз действительно во время затмения, но уже в другой стране, а именно в Ливане.
известная история, которая там произошла как раз 18 сентября, в день затмения, и накануне 17 сентября, как раз вот 29-й, так называемый сатанинский день лунного календаря. Это так же, как и атака беспилотников вооруженных сил Украины на Торопец, тоже произошла в конце вот этого 29-го, так называемого сатанинского дня лунного календаря. Эти дни лунного календаря в свое время разрабатывал я лично. Впервые он был опубликован в моей книге «Школа Глоба» в 1990-м еще году, а более ранних упоминаний вот об этом конкретно календаре с самыми сатанинскими днями вы нигде, дорогие друзья, не найдете, кроме как у меня. Вот. И что там было? Внезапно начали взрываться коммуникационные устройства. Это было и 17 сентября, в 29-й лунный день, и сразу же после затмения 18 сентября. Произошло это как раз в то время, когда наблюдалось лунное затмение. Вот, собственно говоря, об этом мне хотелось также вам рассказать, как многократно уже было подтверждено, лунное затмение очень часто связано с какими-то вот подобного рода событиями, в том числе такими вот кровавыми, тяжелыми, с человеческими жертвами, которые можно предотвратить, но если об этом знать заранее. Конечно, нужно здесь смотреть, во что это выльется, и когда это все может отозваться, и в какое время. Здесь необходимо было, конечно, построить гороскоп самой группировки Хизбалла, но у меня, к сожалению, нет этой даты. Но, правда, есть на что опираться в другом смысле. Есть возможность посмотреть гороскоп, например, Израиля, во что это выльется для Израиля, если действительно израильские спецслужбы, судя по всему, так оно и есть, в этом замешаны, а также для Ливана. Вот давайте посмотрим. Прежде всего начнем с Израиля. В Израиле мы не увидим Большого Креста, там есть критические ситуации, поэтому для Израиля только-только начинается, скажем так, черновик того, что должно произойти в Израиле чуть позже. Мы видим там сильное действие Черной Луны. В общем, короче говоря, в Израиле это только-только начинается. И первый взрыв произошло 17 сентября 15:30. В общем, действительно хотели что-то кого-то покарать или совершить акт возмездия, но эта звезда может даже указывать еще и на эффект бумеранга. То есть все это может вернуться к тем, кто все это затеял. Так что будем смотреть, с чем это будет связано впоследствии. Для Израиля очень тяжелым может оказаться следующее затмение в ночь со 2 на 3 октября. Кстати говоря, это совпадает с иудейским Новым годом Рош-Ашана. И впоследствии целый октябрь для Израиля может явиться повторением событий октября прошлого года, то есть эскалация напряжения, которая может там только возрастать. Дальше это будет в ноябре месяце, во второй половине, и вблизи нового нынешнего уже, в общем, гражданского года. Что касается Ливана, давайте посмотрим. В Ливане гораздо серьезнее, гораздо опаснее мы видим то, что происходит там. Мы увидим там Большой Крест, дорогие друзья. Большой Крест, причем с лунными узлами. Тайные какие-то здесь силы, которые ввели в действие рок-фатальность некую, который будет еще многократно повторяться. Короче говоря, в Ливане неустойчивое равновесие сдвинулось с мертвой точки, и скорости там могут быть долгоиграющие и весьма такие вот кровопролитные процессы. К большому сожалению, это может в ближайшие несколько месяцев еще неоднократно повторяться. Самые серьезные для Ливана даты следующие. Вот вблизи 27 сентября там могут быть аварии, катастрофы всевозможные, устранение политических лидеров, покушения. И там надо усматривать действия каких-то многоходовых комбинаций тех сил, которые стоят за этим. Дальше. Это с 1 по 5 октября нынешнего года, совпадающие с затмением Солнца, 17 по 20 октября. Далее события около 14 ноября. И вот если последние в нынешнем году катастрофические ситуации в стране Ливан, которая была когда-то такой жемчужной красавицей Ближнего Востока, и Бейрут, ранее был красивейшим, а сейчас достаточно грязный и, так сказать, непривлекательный город, это будет где-то 16 по 21 декабря 2024 года. Проживем, увидим, посмотрим, во что это выльется. Ну, дай бог, чтобы все-таки обошлось без человеческих жертв. Вот что касается Ливана и Израиля. Завязывается там очень серьезный, тяжелый узел такой, который может привести еще к одному не только к очагу напряженности, но к настоящей войне, кровопролитной, с потерями. Это все в течение ближайшего полугода может разгореться и не раз, и не два. Увы. Так что надо принимать меры безопасности. После этого давайте, дорогие друзья, переходим к нашей стране. О чем я хотел сказать. Вот промелькнувшее как раз 19 сентября сообщение в средствах массовой информации о задержании одного из известнейших бизнесменов вместе с супругой, которые считались самой богатой супружеской парой Российской Федерации, Владислав Бакальчук.
Родился он в очень интересную дату, 24 февраля под знаком Рыб 1977 года. Вот интересно, что его дата совпадает с датой начала специальной военной операции. Так что какая-то взаимосвязь, она действительно может быть прослежена. Может быть, неявная, может быть, какая-то там косвенная, но эта связь все равно есть. Интересно, что затмение, которое наблюдалось в знаке Рыб, конечно, и у меня это было в ролике опубликовано на YouTube-канале Институт Павла Глобы. Там было предупреждение о том, что людям, рожденным в том числе под знаком Рыб, нужно соблюдать очень большую осторожность. И могут быть очень большие проблемы. Ну вот он, рожденный под знаком Рыб, как раз сразу же почувствовал на себе действие этого затмения. Вот если посмотреть его космограмму, человек достаточно напористый, человек упрямый, человек, умеющий добиваться поставленных задач, и при этом непредсказуемый, человек такой, который склонен к чему-то новому и умеет быстро ориентироваться. Хороший нюх и умение, в общем-то, иногда даже бежать впереди паровоза, чувствуя, что куда надо вложить деньги и что надо сделать для того, чтобы получить наилучший результат. А вот если посмотреть его космическую карту на время ареста, кстати, арестовали-то его ненадолго, говорят, что мера пресечения не изменена, то можно увидеть большой крест. Вот, как я говорил, большой крест – это огромные, серьезнейшие проблемы. Тайные силы, конечно, Белая Луна. Что-то вот он или не учел, либо к нему лично эффект бумеранга прилетел. Ну, в этом надо разбираться, не все так просто. Там еще и Черная Луна очень сильно действует. В общем, непростая ситуация. Это все будет держаться у него до 25-го всего лишь навсего сентября. Потом все это будет рассасываться потихонечку. Далее это может повториться вблизи 3 и 25 октября и в конце ноября месяца. Ну, особенно в числа около 19 до 22 ноября. Мы еще не раз услышим об этом человеке. Вполне вероятно, что при такой космограмме он может проявиться еще и в политике через несколько лет. Вот что можно сказать. Последнее, о чем мне хотелось вам поведать, дорогие друзья, это об уходе из жизни одного из известных, конечно, персонажей нашей новейшей российской истории, о Николае Карловиче Сванидзе, который скончался 11 сентября нынешнего года вечером у себя в квартире после перенесенной пневмонии и очень тяжелых, конечно, последствий, связанных с болезнью легких. В чем интересно, 11 сентября – это та самая дата 9/11, которая отмечалась в Соединенных Штатах Америки как падение башен-близнецов. Поскольку он был человеком западноориентированным, либералом, разделял очень многие убеждения, в том числе антисоветские, то, что он был антисоветским настроенным человеком, это да, это так, ненавидел Сталина, и, как он считал, печальные страницы и периоды в нашей советской истории, ну, наверное, все-таки не случайно его смерть была вот как раз тот самый день, который был отмечен падением башен-близнецов. Родился он под знаком Овна, я с ним был знаком, встречался с ним неоднократно в одном из клубов, у нас были даже достаточно горячие споры, вообще он родился под знаком Овна, он, в общем, достаточно активно включил в полемику, и мы с ним один раз поспорили по поводу роли Ивана Грозного. Для Сванидзе он был однозначно отрицательным и даже таким вот демоническим персонажем, чуть ли там не граф Дракула, такой упырь, бессмысленный садист, и пришлось мне с ним поспорить. Правда, оба мы остались каждый при своем убеждении. Но, в общем, про него можно многое вспоминать, по крайней мере, была яркая личность. Я лично никогда не разделял его убеждений, и тем не менее у него были поклонники, он был ведущим многих программ, журналист, он, как говорят, очень, так сказать, ярко, запоминающиеся у него были программы, там, «Зеркало» и так далее, не только это, многие другие. Был он деканом целого отделения журналистики в том институте, который я в свое время закончил, сейчас он называется РГГУ, а раньше он назывался ГИАИ, историко-архивным институтом. В общем, про него много чего можно сказать. Меня лично сейчас интересует, наверное, и вас, дорогие друзья, что же привело к этой ситуации у него. Было ему всего 69 лет. Кстати говоря, он из номенклатурной семьи, не просто так он продвинулся, конечно. Дальний родственник первой жены Иосифа Виссарионовича Сталина, вот того самого, которого он поливал грязью постоянно. Всегда устраивался очень хорошо. Ну, хотя говорят, что, в общем, ну, конечно, и сам по себе он имел таланты и способности. Другое дело, как они были проявлены, эти способности. Так вот, что можно сказать про него? Человек, рожденный под знаком Овна, у которого только Солнце было в Овне, а асцендент, то есть восходящий знак, у него был в знаке Рыб. А рыбы всегда связаны с тайнами, всегда связаны с какими-то скелетами в шкафу, со странностями. Это у него, наверное, наверняка все-таки было, хотя он старался это не показывать. Но то, что он был человеком публичным и ярким, и во многом харизматичным, об этом говорил в его гороскопе выраженный лев. В том гороскопе, который построен на его смерть, мы не наблюдаем здесь большого креста. Он, кстати говоря, был включен несколько ранее. То
То есть, видимо, за несколько дней до его смерти было принято какое-то критическое решение, которое привело его к достаточно раннему уходу из жизни. Неправильное, видимо, лечение было назначено, это было за полторы недели до его смерти. Вот крест разошелся, а, как говорят, осадочек после нахождения даже ложки остался, который привел его к уходу из жизни как раз 11 сентября. Это все-таки связано с тайнами с какими-то. Все не так просто. Может быть, это связано с каким-то неправильным лечением или с какими-то еще обстоятельствами, о которых мы мало чего знаем, мы, скорее всего, узнаем только через долгое-долгое время. В принципе, конечно, исходя из этого, он еще мог бы жить, если бы не было, наверное, все-таки либо врачебной, либо какой-то еще ошибки. Вот что у нас происходит, дорогие друзья. Мы все это можем обсуждать, мы все это можем знать, и мы обязаны это знать, если, конечно, у нас к этому проявится интерес. Нужно до всего пытаться найти собственным умом, несмотря на массированную пропаганду, несмотря на то, что нас склоняют к тому, что вот давайте верить в одно, в другое, в третье. Нужно все-таки доверять собственной интуиции, верить нужно в Господа Бога, а разбираться в этом собственном разуме. Я желаю всего самого доброго, дорогие друзья, потому что нас действительно могут ждать великие дела. И, конечно, до новых встреч!